Всем здравствуйте! Сегодня у нас воскресенье, 10 января, идет дождь. Ну, как бы такая у меня есть мысль облагородить вентилятор. Вот такие у них ноги. Кто живет тут в южных регионах, в теплых, так сказать, странах, все знают, какой он такой, ну, типа хлипкий, неустойчивый такой вентилятор. Ну и такая возникла идея вот эту часть сделать немножко покрасивее. Пользуюсь я им, когда варю, там фермы, там туда-сюда. Ну, допустим, летом включаю, чтобы она сдувала этот дым от электродов. Ну и вообще у меня здесь жарко под этим навесом. Навес из профиля, как в духовке. Так что им часто приходится пользоваться этим вентилятором. Переделывать я буду не этот. А тут у меня есть такой вот вентилятор точно. Дружок мне подарил. И как заметите, он черный. В общем, буду придумывать, буду показывать. Вот такие детали у него, все черное, ну, за исключением вот этой вот вещички. Включал я, он работает, новые в упаковке, еще не собирался. Сделано тут такая уж все, видите, оно из фольги. Совершенно, ну я не знаю, блин, ну что ж, там, наверное, профиль и то толще, блин. Ну, в общем, все это я хочу сделать, ну, будто бы из холодной ковки. Ну, может быть, по минимуму, там, из каких-то своих просто запчастей, которые у меня уже согнутые. В общем, буду придумывать, буду вам показывать. Потом, вероятно, все, что сделаю, там запатинирую, может быть и нет. Но я думаю, должно быть красиво. И причем у нас, как здесь, в теплых краях, в каждом дворе такое есть, в каждом доме такой вентилятор есть. Я думаю, что идея эта хорошая, и многие это себе повторят. Имея вот такую кучу, ну это как бы самое малое, что от всей этой кучи, что у меня есть, что более-менее поменьше калибром. Все оно старенькое, ну как бы ржавенькое, ну не старенькое, допустим, но ржавенькое. И то тяжело придумать, это прям я не знаю, прям лепишь-лепишь, ну не то и все. Ну вот что-то наподобие слепил. Что попроще вроде бы хотелось бы такое, ну опять же из моих, можно сказать, ну не бэушных, но имеющихся уже в наличии запчастях. Торсион этот, который я делал двойной с двумя шишками, вот такие завитки и такие обрезки. Буду делать на трех ногах ее, не на четырех, как она в штатном этом пропеллере, а на трех. Ну и здесь еще, естественно, будет кольцо, которое соединять эти три ноги будет. Это палец с грузовика, с рулевой тяги. Ну, тут надо, хотелось бы чем-то завершить. Вот. Вверху, там, чтобы подходило здесь же, ну, допустим, там тоже, здесь на 25. Она входит, здесь затягивается винтом. Тоже как бы торсион так закончить. Есть у меня вот такая старенькая труба. Тоже она такая мебельная или что она там такая. Ну, в общем, в таком состоянии. Отрезок отрежу, приварю к торсиону и будет то, что надо.
Ну, в общем, из того, что есть у меня, буду из этого попробовать собирать. Может, что-то потом на внешний вид, когда посмотрю, добавлю. Ну, вот сейчас надо это кольцо согнуть. Ну, где-то 50 сантиметров в диаметре. Ну, пока так вот. Согнул я круг. Ну, вот примерно таким образом буду делать. Значит, палец я удаляю из конструкции. Пришла в голову, вот здесь у меня есть десяточная граната разобранная. Всем известны, наверное, эти гранаты, да? И вот так она сверху поставится. Ну, а здесь приварится уже торсион. Ну, а к торсиону там приварятся вот эти вот завитки. Внизу шестерня. Это просто подставка, как бы, чтобы она держала дистанцию. Ну, по высоте. Тоже десяточная с ГРМ, 16-клапанной. Ну, для подставочки. Вроде бы как для... чтобы мне удобно было ее собрать. А то я так не выбросил эти зятевые гранаты, детальки. Уже очень они красивые. Ну, тут они будут как, наверное, к месту. Вот такая получилась подставка под вентилятор. Ну, сейчас я ее уже разберу. Ну, как разберу, сниму вот эту пластмассину. Остальное покрашу. И завтра запатинирую. Ну, и, в принципе, все готово. Все использовал то, что у меня было, за исключением кольца вот этого. Ну, и все. Эта граната. Все здесь на месте. Посмотрите, как оно все у нас... довольно-таки крепко, можно сказать, стоит по сравнению с вот этим. Это вообще ужас какой-то был. Ну так, в принципе, что он черный, это не беда. Если у кого есть белый, можно делать белый, зеленый, синий, без разницы, мне кажется. И все оно будет хорошо, вроде и простенько, ничего сложного, но крепко. Ну, еще фанерка, возможно, неровная. Но тот он еще 2 дня будет качаться, блин. В общем, разберу, покрашу, запатинирую. Потом полностью соберу и покажу, какая она на самом деле есть. Покрасил я эту подставочку, ногу. Конечно, условия у нас сейчас ужасные. Чтобы вы не думали, что у нас зимы не бывает. Идет снег, представляете? А я все просил, привезите снегу, да, пришлите снегу. Первый снег. Вот такие дела. Так что условия... отвратительные для покраски, но что все равно высохнет, куда денется. Ну, завтра покажу. Ну, вот что получилось у нас в результате. Не стал я патинировать. Ну, в принципе, это никогда не поздно будет сделать. Вентилятор это мой. Поэтому как бы я не стал его патинировать. Он сам черный, что его, в принципе, можно замазать в любое время. Вот так, сам черненький. Их торсион этот все черненькое. Торсион у меня был. Завитки были. Все вот эти
кроме пришлось сделать кольцо. 50 сантиметров, это, по-моему, 60 в диаметре. И здесь я поставил с гранаты, с десяточной. Ну, думал, запатинирую, будет хорошо выделяться, но не стал патинировать. Двойной этот торсион, шишка двойная. Устойчивый. По сравнению с этим стареньким, прям совсем другое дело. Чуть-чуть покачался, и то не станина, а сама вот эта вот голова качается. В отличие от старого, это вещь вообще. В общем, даже из такой бытовой техники можно сделать красоту. Я думаю, что кто-то себе точно сделает. Ну, это можно уже и завитки подобрать на свой вкус. Мне очень нравится. Может, даже куда-то на продажу можно такое сделать. Все, всем пока.